Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Когда в твоем доме оказались русские, то их бывает сложно оттуда выгнать». Вообще, хотелось бы как-то от Блинкена получить объяснение, пруфы, хотя бы парочку примеров, когда русские приходили в чей-то дом и упорно отказывались оттуда уходить. Вот, например, в 1814 году, когда русские вошли в Париж, мы ушли оттуда сами через 3 месяца, без всяких просьб. И перед уходом восстановили вытоптанные газоны. Ну, варвары. А в 45-м году, захватив столицу в Германии, русские честно разделили зоны оккупации между союзниками. И никто нас не просил выводить войска, мы сами это сделали после того, как ФРГ и ГДР объединились. Так откуда же все-таки русские не ушли? В реальности-то мы имеем абсолютно противоположную картину. Русские из-за предательства Горбачева и Ельцина ушли отовсюду, даже несмотря на то, что их просили остаться. И откуда ушли русские, там сразу оказались США со своим НАТО. И сразу же там началась литься кровь. Пока там были русские, там был мир. Так о чем тогда, собственно, вещает этот словоблуд? Ведь как только американцы сунули свою харю НАТО, там сразу начинается кровопролитие. А вот, собственно, дома, куда сунули свою харю американцы, и уходить не собираются.